Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серверне Ролиплей, 4-й сир. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте увидеть мои пререгистрации. И также специально для моих подписчиков есть специальный промокод. Пишите МН, 10-й пул промокод, и пишите вот такой промокод, КГЕЙМ. Как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому обязательно его используйте. Ну что ж, ребзя, не было, получается, серии по Радмиру 6 дней, ну почти неделю. Это из-за того, что, кто не в курсе, я заболел, до сих пор я болею, но видосики надо снимать. Как бы я стараюсь снимать видосики, но это с трудом у меня получается из-за того, что очень трудно думать, то есть снимать, когда ты болеешь, да и вообще очень трудно снимать из-за того, что сильно болит горло. Поэтому поддержите меня лайком. Сегодня, не знаю, займемся тем, что нужно охоту эту все-таки довести до конца, потому что вы мне подсказали в комментариях, какую нужно кнопку нажимать. Большое вам за это спасибо. Так, давайте возьму гелик, потому что Феррари, во-первых, на шевстоянке, ну а гелик на нем можно зато будет поехать, да? Угу. Поехать, а да, я сказал. Можно будет, да? Заебись просто. Ну ладно, что, давайте меха вызову. Короче, видимо, никто кто не приедет, поэтому сегодня пацаноход отменяется, потому что это пока механик, если бы даже приедет, потом 3 часа он будет меня чинить, поэтому я принял решение пойти в казино и попробовать поднять бабла. Я думаю, это будет более интереснее. Так, вот здесь есть люди, если что, но походу все, блядь, без бабла. Ладно, попробуем с кем-то поиграть все-таки. Так, этот чувак, кстати, узнал. Степан Орлов, привет тебе, если что, если ты смотришь. Так, 50 тысяч он хочет играть. Давайте ставку сделаем 50 тысяч, хотя он сам ее сделал. Давайте на 50 тысяч сыграем, в принципе, без разницы. Ну, да, ладно, проебали, так пролебали. Давай, пусть он еще кидает. Изи, ну давай, блядь, изи, кидай. Ставочки, ёпт. Блять, еще минус полтинник. Да ну нахуй, что за хуйня? Изи, изи. Ну давай, блять, на 200 тысяч кинем и будет изи у меня. То на сколько? Давай, ёпт. Изи, блять, обратно забрал. Учись, сынок. Блять, обратно он выиграл. Да ты заебал. Серьезно, он мне сейчас и бабки заберет. И поиграть особо не с кем, блин. 20 тысяч только. Блять, давай на соточку ебанем. Че ты, блять? Как не родной. Давай. 50 тысяч он играет. Сейчас обратно заберет, да? Я просто охуею, если он обратно выиграет. Серьезно. А, ничья. Ну окей. 9. И давай. А, есть, заебись. Надо отбить свои бабки, хотя бы до ляма подняться, и будет заебись. О, давайте. Блять, у него 12 выпало сразу. Да ну нахуй. Бать, он бабок уже поднял у нас. Я ебу просто. Блять, чему так везет, пиздец? Смотрите, блять, как просто, как? Я ебал. Давай нахуй. 200 тысяч кости добавить. Во, другое дело, давай 200 тысяч. О, Никитос, блять, я походу проебал. Да пиздец просто, 300 тысяч осталось. Все, давайте во банк нахуй ебанем и все. 300 тысяч. Сейчас давайте еще раз. Блять, да ты заебал нахуй. Пиздец, на свои 50 тысяч алимы играть. Так, обратно 200 тысяч играю. Пизда, слил. У меня 100 тысяч осталось. Я просто в ахуе, слить все бабки, блять. Давайте ждем последнюю ставку там. На пятерых. Так, все, все остались. 8. А проебал сейчас по-любому. 5. 9, блядь. Пиздец. Я ебал просто. Я просто ебал все. Отвечаю. Просто проебать все деньги. Приложить игру. За 10 тысяч, да, блядь, ты бы что гоните? Давайте хотя бы на полтинник. Так, последние бабки, пацаны. Я проебал. Просто я проебал все деньги, понимаете? Я просто ебал это казино, серьезно. Блядь, почему я ни разу не выиграл? Ну да, блядь, 2 раза за всю игру выиграл, и все, блядь. Чё за дичь, я не понимаю, серьезно. Блядь, неделю в казик не ходил. Я просто ебал. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.